На пресс-конференции депутаты затронули и региональные проблемы. Например, поговорили о качестве обслуживания автомобильных дорог. Также законотворцы озвучили предложения по улучшению системы здравоохранения и обсудили экономическую обстановку в стране. Высказали и свое мнение по поводу проекта бюджета страны на следующий год. Правильно наши коллеги предлагали, кто голосует за этот бюджет, проживите на этот прожиточный минимум, проживите, а потом доложите свои прекрасные впечатления. Поговорили о поддержке участников СВО, им регулярно поставляют необходимую гуманитарную помощь. Сейчас мы отправляем продукты питания, картофель, наши машины ждут и на фронтах, и жители наших новых принятых областей. Поговорили о предстоящих выборах президента. Они пройдут в 2024 году. Депутаты предупредили, что, возможно, иностранные структуры попытаются дестабилизировать обстановку в стране в этот период. Поэтому важно быть начеку.